Анонс и точная дата выхода 5-й серии 2-го сезона сериала «Ничто не случается дважды». 5-я серия сериала выйдет на телеканале СТБ 1 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Маша Богданова в первую очередь решает выяснить происхождение таинственной куклы, которую подарила Алла ее дочке Ирочке. Маша уверена, что игрушка попала в руки ее ребенка не просто так. Викентий Петрович Потехин внезапно встретит в университете незнакомца, который очень похож на его покойного сына. И это накануне годовщины смерти Юры. Мужчина почувствует себя настолько плохо, что попросит бывшую жену Жанну приехать к нему. Но позже вечером к их дому вломится неизвестный. Викентию Петровичу и Жанне придется встретиться лицом к лицу со своим прошлым. Жанна Потехина расскажет историю о том, как бросила одного из двух своих новорожденных детей. Викентий впервые узнает, что у него есть еще один сын. А Герман, что его жизнь могла сложиться совсем иначе. Что теперь будут делать герои сериала? Неужели произойдет счастливое воссоединение семьи? В доме Огнева тоже кипят страсти. Филомена осталась ночевать у Вадима после их совместного ужина, но не в его постели. Вадим даст понять девушке, что его чувств к ней недостаточно, чтобы закрутить роман. Как на это отреагирует страстная Филомена? Все это мы сможем узнать уже в новых сериях сериала. Напомним, 5-я серия сериала выйдет на телеканале СТБ 1 апреля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!